идет война. И до победы далеко. Скажите кому хоть слово о том, что я вам покажу, вас казнят за государственную измену. Какая красота. Это лучшая шифровальная машина в истории. Немцы используют ее на всех линиях связи. Считается, что Enigma взломать невозможно. Когда попробую я, узнаю наверняка. Мистер Тьюринг, вы в курсе, сколько людей из-за нее погибло? Нет. Трое. За время нашего разговора. Основано на реальных событиях. Господа, это мистер Тьюринг. Значит, будем работать вместе? Боюсь, они будут меня только тормозить. В колледже вас все любили, да? Нам не хватает людей. Значит, найдем еще. У вас 6 минут на это задание. Это вообще возможно? Нет, я делаю за 8. 5 минут 34 секунды. Вы велели закончить за 6. В чем именно наша задача? Раскрыть нераскрываемый шифр нацистов и выиграть войну. Чтобы устранить величайшую в мире угрозу. Знаешь, чтобы строить из себя непризнанного гения, надо прежде всего быть гением. Я создаю машину, которая позволит расшифровывать все сообщения. Каждый день. Мгновенно. Им придется создать первый в мире компьютер. Тебе не помешает любая помощь. Они не станут тебе помогать, пока ты мне нравишься. Вы расшифровали хотя бы одно сообщение? Вам никогда не понять значение того, что я пытаюсь создать! Наше терпение истекло. Нет! Если уволите Алана, придется уволить и меня. И меня. И меня. Надеюсь, оно сработает. Смотрите осенью. Алан, ты не обязан работать в одиночку. Вы что делаете? В чем дело? ВМФ считает один из нас советский шпион. У тебя больше секретов, чем у них всех. Что, если она меня просто не привлекает? Никому не рассказывай, это преступление. Только тот, кто хранил секреты, смог раскрыть величайшие из них. Я всего лишь математик. Порой лишь тот, кто вроде бы ничего из себя не представляет, способен на такое, что никто не в силах себе представить. Бенедикт Камбербэтч, Кира Найтли. Игра в имитацию. Автор сценария Грэм Мур, режиссер Мортем Тильдум.